Всероссийский географический диктант расширил свою географию. Количество площадок, где можно было проверить свои знания, в этом году увеличилось в 10 раз. В Омске диктант писали около 500 человек. Местом проведения, как и в прошлом году, стал Омский государственный педагогический университет. Читали задания ученые, альпинисты и теле- и радиоведущие. Самым популярным чтецом стал капитан яхты «Сибирь» Борис Щербаков, но отвечали омичи в основном на вопросы о Сибири и Урале. Диктант все еще можно написать в режиме онлайн на сайте Русского географического общества. Там же опубликуют результаты. Есть такие вопросы, над которыми я вот тоже задумался, и я бы на них не ответил. Потому что, ну, я, может быть, специалист в одной области, но я не могу быть специалистом во всех областях. И мне кажется, самое главное, что для чего географический диктант нужен, он возбуждает интерес. Он пробуждает в тебе стремление еще что-то новое узнать. Ты не просто пришел и ответил на вопросы, а здесь еще очень много встреч с интересными людьми.